Нет усталости, нет сомнений. Есть только ты и твоя цель. Скажи, инвентарь приготовил? Смотри, все готово. Тренировочка как бы начнется? Начнется все, за 4 часа уже здесь все приготовили. Так. Ждем команду. Так. Поле полили. Ух. Выдали тебе жилетку? Выдали. Ты даже об этом главный тренер идет. Все понятно. Есть ли разница в тренировочном каком-то моменте, может, психологии, когда занимаемся на родном Олимпе или Ростов-Арене? Вот такой вопрос. Ну, здесь более праздничная атмосфера, даже без зрителей. Неделя прошла, думаю, нормально. И с сегодняшнего дня они уже, сейчас, наверное, сам видишь, они уже собраны. Они уже не шутят, они копят эмоции на завтра. То есть сегодняшний день уже, с сегодняшнего дня уже идет подготовка. How are you? All is okay? All is okay? All is okay? All is okay? Все хорошо. Все хорошо. Ты готов к завтрашней игре? Что? You ready for the game? What you can say in Russian language to our fans? Ростов. Что настроение после такого перерыва, возвращаемся, да, в российскую премьер-лигу и ожидания от матча. У меня настроение отличное, потому что перед матчем Ростов-Ахмат я успел поработать на матче Краснодар-Рубин. И, собственно, работая на этом матче, приготовил массу вопросов Мурату Мусаеву по поводу того, как будут тренироваться в команде Чернов, Ионов. И вот я их все заготовил, увидел стартовый состав, и вижу, что и Чернов, и Ионов уже в старте. И, собственно, Алексей, отыграв в среду с Венгрией, в четверг, видимо, потратив на какие-то перелеты и отдых, в пятницу потренировавшись один раз с командой, уже в субботу вышел на поле. Так это было интересно. Вот. Собственно, не менее интересно теперь будет все с Ростовом, потому что такого количества изменений в составе я лично не помню, наверное, с того момента, когда Рубабекич из команды ушел, Кучук в команду пришел, и тогда, условно говоря, от прежнего состава остался один Харит Байрамян. Сейчас, конечно, ситуация не такая, не настолько же яркая и интересная, но, тем не менее, думаю, что всего классного будет много. Надо запоминать новые фамилии. Гиговича я помню, Альмквиста я помню,
с Обуховым, понятно, проблем нет, с Поповцом тоже. Алиесами пока что выговариваю не сразу. Спасибо большое. Терентьев, судя по тому, что в стартом составе в состоянии хорошем, Тугарев тоже в заявке, готов ли он сегодня выйти на поле в случае необходимости? Ну, мы пока не знаем, какие замены нужны. Конечно, хотелось бы, чтобы по максимуму сегодня все ребята, насколько их хватит, чтобы они сыграли, насколько у них, потому что тем ребятам еще надо верить, как они выйдут на замену, пока только предполагать можно. Поэтому по возможности все, кто смогут сыграть, они будем стараться их держать последние. Еще большая группа игроков, Гигович, Ангел, Сами, Павловец, они когда к команде присоединятся, прилетели ли они уже просто на дону или нет? Начинают прилетать, и нам надо сначала определить физическое состояние. Надо определить, посмотреть, как они будут себя, как они выглядят в тренировках. И потом только, исходя из этого, будем думать, как их сыграть. Так, добрый вечер. Вечер добрый. А как прошел перерыв? Перерыв? Или он вообще был? Так, плюс-минус. На самом деле перерыв бывает одна из самых больших работ проводится. Подготовки и планирования, поэтому перерыв не так. Хорошо. А вчера где были? Какой город? Нет, все в Ростове. А ты все время в Ростове? Ладно. Я всегда все время с Ростовом. Я понял. В том или ином формате. А что ждем от игры Ростов-Ахмат? Ярчайших событий, в первую очередь. Я уверен, что игра будет прям на атаку, обе команды будут играть. Я жду результативной какой-то игры. Ну и по традиции, за кого болеем? Все, спасибо. Сергей Песняков становится героем этого эпизода, выручает вратарь, уверенный прыжок именно в тот угол, в какой и следовало прыгнуть. Достаточно открытая игра, да, с обилием моментов. Обе команды стараются играть в футбол. Мы стараемся играть свой футбол, да, высокий прессинг. Ахмат также высоко прессингует. Хорошо, что мы забили и пропустили свои. Спасибо, у нас выручили. В конце Ахмат имел много возможностей забить, потому что так закончил спорт. Да. Самое главное задача на тайм второй – забить еще или попытаться удержать сейчас преимущество? Нужно продолжать так же играть свой футбол. В принципе, играем в свой футбол, да, то, о чем мы договаривались, это мы делаем. Поэтому садиться никто не намерен, мы будем играть свой футбол. Постараемся еще забить. Спасибо, удачи.
Поздравляем с победой. Победа 3-0, отбитый пенальти, звание лучшего игрока матча. Какие эмоции сейчас? Ну, честно, от себя. Понятно, что много вопросов уже тебе задали. Как сегодня поддержка тебе на Ростов-арене и вообще перерывчик у нас был? Ну, в общем, поделись своими эмоциями. Ну, во-первых, очень важная победа всем тем, я не знаю, критикам и так далее, которые подумали, что Ростов после, сам знаешь, всех наших трансферов будет не тот и так далее. Мы проявили характер, да, пусть не при самой лучшей игре, но главное, сейчас набрали 3 очка, двигаемся выше. А если говорить про поддержку болельщиков, то даже при 30%, представляешь, чем было при 40, а при 100, огромное большое всем желто-синим. Мы вас любим, ценим. Правда, очень приятно и тепло на сердце, когда вы на трибуне. Мы Ростов.